О том, что происходит в Украине, расскажем прямо сейчас. Наши редакторы и журналисты собрали для вас все самое важное и интересное за день. И вот о чем пойдет речь в выпуске. Обычно они полседьмого, это «Доброе утро, страна». Откуда огонь определяют по звуку, как живется в прифронтовой Толоковке. Найти людей под завалами. Учения украинских спасателей, как оценили их профессионализм международные эксперты. 100 лет Национальному драматическому театру Ивана Франко. С чем идут актеры в юбилейный сезон? Без потерь сегодня на передовой из артиллерии и минометов обстреливали российские оккупанты украинские позиции. Досталось защитникам на Приморском направлении. Там в течение дня боевики 5 раз открывали огонь по украинским опорным пунктам, сообщает пресс-центр Объединенных сил. В частности, вражеские мины и снаряды взрывались на окраинах Гранитного и Лебединского. Под оккупированной Горловкой российские наемники бросили свои укрепления и отошли назад. Все потому, что украинские пехотинцы удачно расположились, взяв под огневой контроль несколько передовых рубежей противника, причем не применяя оружие. Игорь Меделян первым из журналистов побывал на этих позициях. Нас ведут на позиции, где еще не было журналистов. Место, как говорят бойцы, непростое. Здесь совсем свежие окопы и укрепления. Вокруг одни враги. Обладнали нещодавно. Оборудовали недавно, как видите, свеженькое. Украинские воины клином врезались в линию фронта. На 180 градусов. На 180 градусов обложены. Там противник с трех сторон. Это на языке военных называют тактическим оборудованием позиций. Бойцы настроены оптимистично. Со стороны понимаешь, противник повсюду, но для украинских военных ситуация выглядит иначе. Мы выходим с двух сторон во фланге противника и можем их обстреливать. Тем самым не даем им прицельно вести огонь по нашим позициям. Операция проходила незаметно для противника и без стрельбы. Было важно закрепиться. Хоть вражеские минометы и артиллерия постоянно вели огонь в сторону украинских защитников. При этом российские оккупанты были совсем рядом. Там даже чутно было инколи. Были слышны даже их разговоры, как они общаются, особенно ночью, потому что хорошо слышно даже шорохи. Мы знаем их позывные, где у них что. Однажды противник обнаружил, что под его носом вдруг расположились укрепленные позиции украинцев. Пришлось отступать. Иного выбора у оккупантов не было. Похожую операцию армейцы провели на соседнем участке, в поселке Зайцево, разделенного пополам линией фронта. Наши хлопцы тактично... Наши ребята тактически более выгодно укрепились, из-за чего противнику пришлось бросить свои позиции, оставить одну улицу и отойти немного назад. В условиях позиционной войны подобные действия уже победа. Бойцы рисковали жизнями, принуждая противника отступать, и добились превосходства, чтобы в первую очередь эффективнее отражать вражеские атаки и не подвергать опасности себя и мирное население. Игорь Меделян, Александр Чабан, UATV. Между миром и войной поселок Толоковка как буферная зона между Мариуполем и временно неподконтрольной Украине территорией. За 5 лет войны жители научились по звуку различать, далеко или близко взрываются снаряды. Как сегодня живут в прифронтовой зоне, узнавали корреспонденты UATV. А каждое утро, вот сегодня что-то раньше начали, обычно они полседьмого, это «Доброе утро, страна», это как всегда. А сегодня вот с 4 так, ну, утра еще так, а с 5:30 уже красиво долбали. Сегодня Валентина Замолина проснулась от грохота взрывов. В ее дом неоднократно попадали осколки снарядов. Женщина научилась отличать близкие и дальние прилеты. Ой, ничего себе! Ну, успокойся. Что вы держите? Это так, это пыль. Как тут одни из города приехали, а тут с автоматом стреляют. Они шли, ну, люди на дачу или что. Они упали, так руки за голову положили. Я говорю, а что вы вообще-то делаете? Они стреляют. Я говорю, так это же автоматы. Они развернулись. Я говорю, куда вы пошли? Они говорят, мы поехали домой. Окраина поселка Толоковка. Улица Солнечная. Здесь у каждого дома отметины войны. 2 года назад снаряды упали в жилую зону. Газопровод пробило в нескольких местах. Дорога была усыпана осколками. Вот здесь упал снаряд. В результате была повреждена газовая труба. Было возгорание. Вот.
Также видно, что осколочные еще остались на доме. Повреждения. В Толоковке более 4000 жителей. После сильных обстрелов люди стали покидать свои дома. Семья Марины выехала, когда снаряд прилетел к ним во двор. Мы как раз и пострадали тогда. Сильно? А что, сильно насколько? Сильно. Под градами. Более 5 лет они жили вдали от родного поселка. Недавно вернулись. Очень сильно скучали, да. Месяц как назад мы вернулись. Хотим заново начать все. А это мертвая зона, выжженная земля. Дома находятся прямо на линии огня. После того, как снаряд попал в дом, возвращаться сюда люди боятся. И здесь многие люди повыезжали. Вы же сами видите, что дома даже не восстанавливают, потому что нет спокойствия, нет гарантии, что вложатся средства, восстановится и все останется целое. Дальше эта дорога пошла на сторону Коминтерна, на оккупированную территорию. Здесь 4-5 километров до боевых позиций. С дороги видны безграничные пустые поля. Из 3500 гектаров обрабатывается только 500. Сеять и убирать опасно. Дальше идет боевое действие. Нельзя. Люди говорят, обстрелы стали реже, и жизнь в поселке продолжается. Работают магазины и почта, транспорт. Дети ходят в школу и детский сад. Пришлось в 2014 году оборудовать наше подвальное помещение под убежище, куда можно эвакуироваться с детьми, если вдруг будут сильные разрывы, недалеко, и чтобы каждый ребенок знал, где ему находиться. В этом укрытии есть запасы воды, еды, детские кровати и даже игрушки. На окнах специальное стекло. На случай попадания снаряда осколки не рассыпаются, а остаются между слоями специальной пленки. Пленка бы выгнулась и вернулась назад. То есть стекло бы рассыпалось на куски, но осталось на пленку. Дети из Толоковского детского сада сегодня выучили украинские песни и танцы. День в прифронтовом поселке прошел без потерь. Надежда Сухорукова, Борис Яковенко, Донецкая область, UATV. 10 дней без вестей. Место пребывания Эдема Бекирова неизвестно. Сегодня в подконтрольном Москве суде Симферополя планировалось очередное заседание по его делу, но в связи с неявкой подсудимого слушание судья перенес, постановив принудительную доставку. Об этом UATV рассказал адвокат политзаключенного Алексей Ладин. По его словам, на прошлой неделе суд в аннексированном Крыму отпустил Бекирова из-под стражи, однако из зала суда сотрудники ФСБ его увезли на том же микроавтобусе, на котором и доставили из следственного изолятора, отметил адвокат. Я просил опросить сотрудников ФСБ, где сейчас находится Бекиров. Но суд проигнорировал это. Как приставы и исполнители должны посетить места возможного нахождения Бекирова и либо доставить его принудительно, либо ставить рапорт о том, что не представилось возможно Бекирова доставить. Эдема Бекирова российское ФСБ задержало на въезде в аннексированный Крым в декабре прошлого года. Он ехал на полуостров проведать пожилую мать. Против крымского татарина оккупанты сфабриковали дело о хранении боеприпасов. До изменения меры пресечения его незаконно удерживали в Симферопольском СИЗО. 57-летний Бекиров, инвалид первой группы, у него больное сердце, сахарный диабет и ампутирована нога. В СИЗО его состояние здоровья значительно ухудшилось. Разрушенные дома и десятки раненых – это последствия вымышленного землетрясения в условной стране Новаленд. Украинские спасатели показали сноровку и мастерство, чтобы пройти переаттестацию в системе международной группы ООН. По сигналу собрались, прошли пограничный контроль и развернули лагерь в пострадавшей стране. Оценивали команды зарубежные эксперты. За работой спасателей наблюдал Артем Голуб. По легенде экзамена украинские спасатели прибывают в выдуманное государство под названием Новаленд. Именно здесь произошло масштабное землетрясение. И здесь, на полигоне с элементами разрушенного города, украинские спасатели демонстрируют свои навыки спасения потерпевших. Одно из заданий с помощью собак – отыскать людей среди завалов разрушенного города. Точного количества раненых медики не знают.
Нужно предоставить необходимую медицинскую помощь местному населению. По прибытии в зону работы мы за 2-3 часа должны установить спасательный лагерь и медицинский пункт. В нем у нас есть медикаменты и оборудование для автономной работы. Такие поисково-спасательные подразделения должны в любое время быть готовыми оперативно реагировать на происшествия в любой точке мира. Проведение мобилизации спасательных подразделений мы должны провести в самые короткие сроки. Сейчас по требованиям самолет с личным составом и всем необходимым должен взлететь в течение 12 часов после сообщения о происшествии. На месте за 2-3 часа они устанавливают оперативный лагерь. В нем есть еда и медикаменты с запасом на 10 дней. В 2014 году украинские подразделения успешно прошли аттестацию Международного объединения спасателей ООН. Каждые 5 лет иностранные представители проводят переаттестацию членов международной организации. В этом году работу украинцев оценивали эксперты 11 государств. Во время этих учений мы наблюдали, как подразделения готовятся к выполнению международных задач, как они готовят документы, логистику, материально-техническое обеспечение, транспортировку, базовый лагерь и как они действуют на практике. Украинские спасатели – профессионалы. Я был на аттестации здесь 5 лет назад, и сейчас их работа стала еще качественней. По итогу переаттестации спасательные подразделения Украины получают оценку от представителей ООН, после чего смогут принимать участие в ликвидации катастроф и не только в Украине, а и за рубежом. Артем Голуб, Андрей Толеренко, UATV. И за медалями, и за олимпийскими лицензиями. 14 сентября в столице Казахстана стартует чемпионат мира по борьбе. Украина в этом виде спорта среди мировых лидеров. Кто туда отправится и на какие результаты нацеливают спортсменов, наставники сборной. Об этом съемочная группа UATV узнавала на открытой тренировке команды. Подробности у Олега Шумейко. Первыми в борьбу за медали вступят борцы вольного стиля. С предыдущего чемпионата мира медалей украинцы-спортсмены-вольники не привезли. Этот пробел борцы будут восполнять на турнире в Казахстане. Побеждать есть кому. Среди них призеры последних Евроигр в Минске Гора Ганасян, чемпионата мира Андрей Яценко и Олимпийских игр 2012 Валерий Андрейцев. Мы всегда едем за золотом, но основное задание, которое ставится перед нашей командой, это завоевать как можно больше олимпийских лицензий на Олимпийские игры в Токио. Поскольку турнир лицензионный, на него съедутся лучшие борцы мира. Прямой путь пробиться на Токио 2020 именно на этом первенстве. Очень тяжелый будет чемпионат мира. На нем будут разыгрываться олимпийские лицензии. Это 6 лицензий в каждой весовой категории. В тренировочном зале представителей вольного стиля сменяют борцы греко-римского. Главная надежда и на чемпионат мира, и на предстоящие Олимпийские игры Жан Беленюк. С недавних пор он депутат Верховной Рады. Еще до избрания заявил, что предстоящий чемпионат мира и Олимпийские игры – его последние старты в карьере борца. Физично ваще тут, морально ваще там. Физически тяжелее здесь, морально там, потому что там я себя ощущаю еще не в своей тарелке. Сейчас у меня идет своеобразный момент адаптации, но надеюсь, что мой характер, который я выработал 20 лет, занимаясь греко-римской борьбой, поможет мне, чтобы адаптироваться и в парламенте. Совмещать работу депутата и тренировки в борцовском зале сложно. Жан больше жертвует спортом, хотя претензий от главного тренера сборной к нему нет. Успевает. В плане подготовки как бы претензий нет. Он тренируется и осознанно, и больше, наверное, чем кто-либо в команде. Как бы на плане на его отношение к тренировкам это не повлияло. То, что, конечно, голова немножко может быть занята не тем, чем мне надо. На чемпионат мира борцы греко-римского стиля отправятся в субботу 7 сентября, чтобы провести адаптацию на месте. А команда по вольной борьбе курс на Нур-Султан возьмет в следующую пятницу 13-го. Олег Шумейко, Вячеслав Смирнов, UATV. На работе строгий начальник, а дома любящая мама. В Виннице многодетная переселенка из Крыма стала руководителем для сотни бойцов спецподразделения «Гепард». А до этого на полуострове женщина занималась онлайн-продажами. После аннексии жизнь пришлось начать с чистого листа. Историю продолжат корреспонденты UATV. Ну вот если ты защищаешь, я к тебе подошла. Вью, что ты делаешь? Ну вот, ну, правильно. А если я ногой?
Лидия отрабатывает с подчиненными приемы захвата. Ее спецподразделение помогает полиции следить за общественным порядком. Провокации на митингах, беспорядки и нападения. В этих случаях на помощь правоохранителям приходит гепард. Если бы мне сказали это в 2014 году, что я буду именно вот этим заниматься, я бы не поверила. Ну, честно, не поверила бы. Лидия переселенка из оккупированного Крыма. В родной Евпатории руководила отделами онлайн-продаж. Когда полуостров аннексировала Россия, она с двумя детьми переехала в Винницу. Я видела свое будущее только с Украиной. В России будущего я не видела. В чужом городе жизнь началась с чистого листа. Пришлось сменить профессию. После нескольких месяцев обучения получила диплом телохранителя. Тяжело было, конечно, потому что никогда нету такого, что девочка 10 раз отжимается, а мальчик 20 раз. То есть, ну, понятное дело, что это идет вровень. На новой работе начались и новые романтические отношения. У нас сначала были отношения рабочие. Это потом у нас они переросли в близкие отношения, а потом мы уже решили создать семью. У супругов родился ребенок, но в декрете Лидия долго не задержалась. Вернулась на службу, но уже в качестве руководителя спецподразделения. Теперь у нее в подчинении сотни бойцов, среди них и старшая дочь. У нас семья – это дома, а на работе она относится ко мне как к работнику. То есть нету каких-то поблажек или чего-то такого. Даже больше, наверное, строго ко мне, чем кому-то. Мне нравится форма, мне нравится общаться с людьми, нравится общаться с полицейскими также. В напряженном графике Лидия всегда находит время, чтобы побыть с родными. Как тебя зовут? Я Ванька. Да? А ты моя помощница? Ага. А как ты маму любишь? Как маму? Вот так маму любит. Лидия говорит, в ее жизни пока не реализовалась только одна мечта, чтобы Крым снова стал украинским. А ее и близких людей, которых она оставила на полуострове, не разделяла граница. Арина Кантонистова, Виталий Демец, Винница, UATV. Был основан в Виннице, 3 года работал в Харькове, и вот столетний юбилей празднует Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. За это время в театре работали почти 600 актеров, многие из них стали народными любимцами, покорили киносцену. В преддверии юбилейного сезона труппа и их коллеги-театралы собрались на торжестве, чтобы вспомнить весь путь, больше в сюжете корреспондентов UATV. В столетней истории театра Галина Яблонская присутствует 68 лет. В стихах актриса рассказала о насыщенной жизни за кулисья. Все наче просто и протило, и разом с тем 15 ополит. Тут ей радість і страждання, і велич славних перемог, і першого кохання хвилювання, і чийсь в житті останній крок. День рождения театра актеры отмечают как свой собственный. Все внимание к старожилам. Всем, кто работает здесь больше полувека. Вспомнили и тех, кто выходил на сцену Франко первыми. Славу и историю нашего творческого коллектива добывали разные поколения на протяжении столетия. Я хочу попросить вас помянуть каждого, кто пошел в лучшие миры, минутой молчания. За всю историю частью франковской семьи стали почти 600 актеров. Один из первых художественных руководителей – сооснователь театра «Франко» Гнат Юра. Он поставил более 100 спектаклей и запомнился ролью солдата Швейка, которую увековечили в памятнике в сквере перед театром. Моя честь прибудет под грудь. Я не представлю ее в стейке по партии курат-программу карты. В конце 20 века руководителем становится режиссер Сергей Данченко. 2 десятилетия его работы франковцы называют расцветом театра. Мне кажется, что если мы... Хорошо поставим, скажем, Шекспира, то это украинская идея, а не обязательно ставить только украинские произведения. Разные мысли на этот счет есть. Но я убежден в том, что все лучшее, что сделано нами, отличается. Потому что как бы мы ни ставили пьесы, все равно понятно, что это сделано в Украине. На смену Данченко приходит Богдан Ступка. До того, как стать художественным руководителем, Ступка играл в театре больше 40 лет. Сейчас здесь выступают его сын и внук. Это сделали родители, и Господь Бог дали мне талант, и ты должен его использовать для людей.
Сотый сезон обещает быть насыщенным. В репертуаре известные пьесы и много премьер. Поставить по-новому планируют и одну из самых популярных работ «Украденное счастье». Также в планах выдать диски с лучшими пьесами, серию книг и фильм об истории театра. Тамара Кононенко, Дмитрий Борщ, UATV. Новости об Украине на 5 языках мира на сайте телеканала UATV.ua. Спасибо, что вам интересна Украина. Непременно увидимся на UATV.